Банда автоугонщиков во главе с бойцом ММА Кареном Тараяном похитила 38-летнюю женщину в Новороссийске. Позже ее тело было обнаружено в лесу в районе кладбища Кабахаха. Супруга местного бизнесмена ехала в фитнес-клуб, когда на нее напали 29-летний Карен Тараян, 30-летний Ридван Алиев и 33-летний Ашот Агаян. Они угнали автомобиль женщины, после чего нанесли его хозяйке множественные ножевые ранения. Банду задержали. Оказалось, что ранее ее участники уже похищали людей. Так, Тараян и подельники напали на двух водителей в гаражах. Одного из них они посадили в багажник Рено Дастер, покатали по городу, но чего-то испугавшись, бросили машину с человеком внутри и скрылись. Позже они похитили владельца Hyundai Matrix, которого также посадили в багажник. Задержанные бросили мужчину в безлюдном месте и угнали автомобиль. По факту нападения и убийства возбуждены уголовные дела. Во время допроса Алиеву стало плохо, в результате чего он скончался. О причинах смерти подозреваемого не сообщается. Один из предполагаемых убийц жены новороссийского бизнесмена ранее являлся наемником в ЧВК «Вагнер».